Начальник Медьева в ноябре 3-го Медьева условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный. На досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться. Я сам спиртную лишку загрузил, а впереди шмонарю ругается, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти дал, пока хором ахнет. За ноги надо потрясти, глядишь, чего извякнет. И точно ниже живота, смешно, да не до смеху, висели два литых креста 15 веку. Ох, как он сетовал, где закон нету, мол, я могу был опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5 не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятие нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа. Хотя, конечно, пережиток старины. А раньше мы во все края, где надо и не надо, дарили лики жития по кладе без оклада. Из пыльных ящиков косяц безропотно устало. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер Лин, но таможенник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно прийти, и сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге вместо косточки триптих. Зачем вам складен пассажир, купили мы за трешку? Березки русский сувенир, гармонь или матрешку? Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе, баян, папу, гармонии, кона, папуасу. Тяжело с истинней контрабандистами, этот, что статуи был лишен. Малый с подковыркою цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало, таможня ищет ценный капитал, чтоб золотинки с ним бы не упало, чтоб мы хвосток с распятий не пропал. Таскает кто иконостас, кто крестник, кто иконку, и веру в Господа от нас увозит потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют потные, есть я тут, вот это я. Слаб их ли таможний интерес? Право возле щиколот, вон ли синий крестик выколот, но я скажу, что это красный крест. Один мулат рептик запрятал в книге, так контрабанда это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтобы пронесло. Арабы нынче ну и ну Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом, и возят нашего Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело, и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвитель ханаигу, разденут стыд и срам при всех святых. Найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу себя, все вкупе, но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо делово: такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.